Меня зовут Евгения, я с Украины, с города Харькова. Когда началась война, я жила в метро 2 недели с мамой, братом, с дочкой. Было очень страшно и холодно, мы начали болеть. Поэтому я решила дочку вывести с Украины. Но моя мама и брат остались там сейчас, в Харькове. Но люди очень боятся, потому что не знают, что будет дальше. Не знают, откуда ждать помощи. Но мама рассказывает то, что люди, которые там живут, те, которые остались в Украине, тем, которым некому помочь, им очень тяжело. Тяжело, потому что пенсии, зарплаты маленькие, все дорожает, и еще скоро зима. Люди боятся зимы, потому что продукты еще могут подорожать к зиме, так как к зиме у нас обычно дорожает бензин. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de mensen in buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. Wij komen in actie voor Oost-Europa. Duizenden vrijwilligers zetten zich in. Een eerste stap is een voedselpakket. En daarna helpen we bij het bouwen aan een gezonde toekomst. Doe je mee? Ga naar dorcas.nl/doneer voor voedsel.